Дорогие друзья, сегодня 7 мая, вы на канале «Сад надежды». Так настало время мне подкормить под корень розы. Я сейчас буду подкармливать, как мне показалось, самым оптимальным вариантом удобрения «Мастер 18-18-18 плюс 3». То есть это азот, фосфор и калий в равных количествах плюс магний. Магний, как известно, способствует стимулированию роста корней, вот, ну и комплексное удобрение в равных долях. Вот я использую. Почему не 20-20-20? Там нет вот этой добавки магния. Мне показалось, что вот этот вариант будет оптимальным. Я буду разводить следующим образом. 5 мл на 5 литров воды, то есть один к одному. И под каждый корень я буду поливать по 2 литра удобрения. Вчера я полностью огород пролила, для того, чтобы земля не была сухой, дождей у нас не было. Вот, поэтому сейчас вот я именно этим и займусь. Также хочу сказать, что неделю назад, может чуть больше, под все розы я положила удобрение, пролонгированное в действие ОМУ для роз. Вот, буду я это удобрение подкладывать вот таким вот образом по горсточке, да, вот приблизительно на метр квадратный, даже, наверное, по две горсточки на метр квадратный. Буду подкладывать его в начале каждого месяца, то есть май, июнь, июль. А уже с августа я буду подкладывать удобрение ОМУ осеннее. Вот таким вот образом я планирую начать подкормки. Сегодня, ну, вторая подкормка фактически будет под корень. И уже дальше, когда лист раскроется, буду по листу обрабатывать. Ну и дальше я покажу, как я буду это делать. Друзья, вокруг розочки сделала канавку. Подкопала немножко, подрыхлила. И вот 2 литра вот так вот по кругу выливаю. Раз. И 2 сейчас. Вот таким вот образом. Чтобы равномерно ушла жидкость с удобрениями в розочку. Пролила. Немножечко подрыхлила. Присыпала, и все. Всем всего доброго и до свидания.